Всем привет! На фоне у нас звон колоколов, город Екатеринбург. И сегодня я для вас сниму свой повседневный обычный макияж. Вы у меня его просили, и я решила вам его снять. Что я обычно делаю, как я в последнее время ухаживаю за своим лицом, как я стараюсь выглядеть супер фреш, супер хай. Но я думаю, что все-таки я смогу вам показать что-нибудь интересное. Естественно, я помыла голову, и я сейчас собираюсь, пока у меня сушится голова и так далее и тому подобное. Что я делаю дальше? Под глаза наношу вот такие патчи золотые. Мне они, в принципе, нравятся. Они очень приятно пахнут. И стоили в золотом яблоке около 800 рублей. Ой, как хорошо. Потому что я эти патчи всегда убираю в холодильник, чтобы утром нанести их холодными под глаза. Дальше наношу на лицо крем. Вы все знаете, что мой любимый крем — это Steam Cream. Но после них у меня его осталось мало. А мне он очень нужен для полета и для Праги. Поэтому я купила здесь по скидкам Nivea Care для чувствительной кожи, увлажняющий крем для лица, успокаивает с алоэ вера. И пока у нас с вами это все впитывается, я думаю, что мы с вами перейдем к глазам. Точнее, к бровям. Также, пока мы будем красить наши глаза, у нас с вами должны делаться брови. И поэтому я купила Tattoo Brow от Maybelline. Мне очень нравится. Это по типу тинта для бровей временного, который застывает пленочкой и оставляет пигмент на коже и на бровях. Естественно, потом я как-то подкрашиваю, но просто это удобно, так как вы тратите меньше времени на окрашивание своих бровей тенями. И также, когда вы смываете макияж, ваши брови еще на месте. Как вы видите, моих бровей просто почти не видно. Чтобы красить хной, я уже убедилась, что у меня все равно хна очень быстро смывается. И поэтому зачем платить за окрашивание бровей, когда просто можно купить этот брау и самому подкрашивать брови. Господи, что это вот за звон? Вы слышите, это все церковные тут колокола звучат. Ничего против не имею, просто громко. И мы с вами перейдем к глазам. В последнее время я не использую никакую базу под тени, потому что они у меня все скатываются. Поэтому я просто беру тональник, небольшую капелюшечку, и аккуратно наношу на глаза. Сегодня я иду менять свой имидж чуть-чуть. И поэтому после этого будет небольшая съемочка. Так что я по-любому сегодня буду делать себе стрелки. И теперь я хочу как подложку немножко нанести Metal Shock от Essence. Совсем вот так вот капелюшку. Просто чтобы у нас была с вами такая липкая, мокрая подложка. И использую палетку Mondust Turban Decay, оттенок Spectre. Это очень деликатные блестки. Очень красивые. И я наношу их на все подвижное веко. Берем с вами растушевочную кисть. Я возьму палетку Make Up Revolution Soft X Extra Spice. И вот этот оттеночек Cookie Dough. Сниму вам на эту палетку отдельный обзор, вы не переживайте. Стрелки — это, естественно, Essence Eyeliner Pen. И это обычный waterproof. Есть еще точно такая же, только супер файн. Ей неудобно делать, потому что у нее слишком длинный и слишком тонкий кончик. И также я бы, наверное, немножко затемнила бы вот тут. Секундочку. Я возьму, наверное, просто оттенок чизкейк. Чуть-чуть. Вроде это не критичное какое-то изменение, но при этом разница, по крайней мере, в жизни очень видна. Если для кого-то это как вечерний макияж, то я буду очень рада, если вы его также будете использовать, только на вечер или на какое-то мероприятие. Но для меня это макияж, в котором я могу пойти спокойно по улице каждый день. И так же, как я говорила, что у меня будет съемка потом после изменения моего образа,
И я хочу, чтобы у меня были красивые выразительные глаза. Также, естественно, я хочу на внутренний угол глаза нанести блестки, чтобы взгляд был еще более аккуратный. И это, как всегда, мой любимый микс Urban Decay Heavy Metal и Essence Metal Shock в оттенке 02. Сначала мы наносим Essence, только нужно быть очень аккуратной, потому что иногда это не очень красиво застывает. Не, Essence Metal Shock, я вам скажу, что, наверное, одни из самых моих любимых теней жидких. У меня есть, то есть все оттенки, розовый, это мой самый любимый, я не знаю, вы вряд ли увидите, но это черный, который переливается в зеленый, фиолетовый, потом просто серый, золотой и серебряный. И я их люблю за то, что ты можешь их нанести толстым слоем и оставить такой цвет, либо ты можешь нанести чуть-чуть и растушевать. И да, это будет просто очень красивый, переливающийся блеск на твоих глазах. Естественно, наношу Heavy Metal тоже во внутренний угол глаза поверх Metal Shock. Немножко тут распределим. И что я делаю дальше? В последнее время я начала очень редко пользоваться тональниками, потому что, в принципе, моя кожа меня устраивает. Да, у меня есть очень много черных точек на носу, да, здесь черные точки, есть небольшие высыпания, но я стала намного спокойнее к этому относиться, и тем более в последнее время мне почему-то не очень стал нравиться тональник на лице, как он выглядит, какой бы тональник ни был. Даже мой самый любимый, который почти не видно на моем лице, но мне почему-то неприятно, что он есть. Что я делаю сначала? Я использую вот такой вот хайлайтер от Essence, Blossom Effect, Wake Up Effect, Blossom Dreams. Я наношу его под глаза, который я использую для того, чтобы зрительно уменьшить свои мешки, точнее синяки под глазами. Я думаю, что даже на этой камере заметно уже виден результат, что просто свет отражает, и мои синяки не так бросаются в глаза. Использую теперь тональник у меня Fresh and Fit от Essence. Я почему-то просто жаба задушила покупать себе опять Rimmel. Я решила, что куплю его себе уже в Екатеринбурге, когда буду уезжать, потому что здесь он стоит намного дешевле. Вот такую капельку и просто подушечками пальцев вот так вот аккуратно разношу под глазами. Также мне очень нравится, что эта вот часть у меня часто она белеет или краснеет, поэтому я ее также тонирую и подбородок. Здесь у меня покраснение, поэтому тоже просто похлопывающими движениями немножко их скрою. Мне очень бесит то, что у меня очень сильно видно черные точки. Хотя, как бы я их не убирала, эти твари все равно появляются. Я думаю, мне нужно сходить на чистку, но жаба душит. Остались буквально последние штрихи. Беру румяна. У меня Риана, я не знаю, реально, мне кажется, уже лет 5. Да, их наношу просто вот на голую кожу. Но тем самым, мне кажется, что они выглядят так более натуральнее. И мой любимый хайлайтер из Праймарка. Я не знаю, каким образом его достать, потому что я была в Праймарке в Дюссельдорфе, и он там не продавался. Но я надеюсь, что я съезжу в Дрезден, и там он будет. Но это мой любимый хайлайтер, который делает очень красивое зеркальное отсвечивание, которое мне нравится. Вы видите, это же просто супер. Убираем наши брови. Вот смотрите, просто опа! Вот такая вот пленочка. Ну. И теперь беру просто у меня вот такие вот тени от Essence. Где от них коробочка-то? Вот. И немножко подрисовываю, чтобы они были более заполненные. Но типа я это сделаю в любом случае намного быстрее, чем если бы я вырисовывала бы заново форму всю. Естественно, закрепляю Brow Drama от Maybelline, который вот с такой щеточкой. И, собственно, мой самый любимый блеск для губ – это Catrice. Стерлась уже надпись Lip Booster у меня в оттенке… Ну, в общем, он самый розовый, самый темный. Я обожаю этот блеск, потому что только он выглядит настолько идеально и зеркально, как будто бы на камере и в жизни. Именно так я
собираюсь. А для меня это абсолютно повседневный макияж. Вы можете сделать все то же самое, но не добавлять стрелок, если вы их боитесь. И да, макияж просто будет очень свежим и все равно будет выделять ваши глаза. И вы можете, когда растушевываете, просто уводить немножко тушевку сюда, чтобы глаз был опять же более такой кошачий. Ну, а я пойду сушить свои волосы. И уже совсем скоро я побегу на изменения. Я сегодня буду также снимать видео об этом. Прощаюсь с вами. Встретимся с вами в следующем видео. Оставляйте комментарии внизу, ставьте свои ласты вверх. И я люблю вас. Надеюсь, вы классно проводите лето.